А мне недавно позвонили из старой компании, с которой я довольно много успел натворить. Ты приходи, мы тут решили собраться у Сани. Воспоминания нахлынут и поговорим. Не то, что грустно, просто немного не то. В итоге лучше б я остался дома, ибо толку ненужный долгий разговор, во многом бредовый, и ничего такого, вроде как по сердцу током. Больше из окон мы не видим удивительный маленький мир, в котором мы были детьми. Пусть не всегда были невинными наши затеи. Там, если где кого задели, пускай извинит. Мы в те года только и делали то, что хотели. В мороз, метели, в грозу, ураганы и град. Мы не сидели по домам, горели глаза. Казалось, каждый, кто со мной, на деле мне брат. Я правда рад, что мне тогда именно так казалось. И доказать то, что не требовало доказательств, нам приходилось, и не раз были разные случаи. Лучше я опущу подробности, поймете сами. А не поймете, так пускай это вас и не мучает. Дико растущие, но далеко не пропащие. Не сосчитать уже всех ссадин, полученных с вами. Мы ощущали жизнь на полную, по-настоящему взрослеть спешили. А зачем, не знали знаешь, сами. Мы просто потеряли этот маленький мир, в котором все нематериально, а люди были людьми. Не из-за них ли теперь нам не о чем больше молчать? Но отвечаю, и ты, если что, позвони. Просто потеряли и не стали искать. И если все идет как надо, откуда тогда тоска? Я не подскальзываюсь больше, проще стало идти. Время тикает, тикает, оно учит меня отпускать. Я не жалею ни о чем, кроме одного, что истрепал весьма немало нервов родителям. И как хотите, но я понял, дороже всего именно эти двое мне, они многое видели. Когда мы начали взрослеть, появились браслеты, ошейники и поводки, мы стали другими. Круги общения расширили, только при этом что-то заветное заузили до нужных линий. Дружно влипли в рутину один за одним. Звонить друг другу стали реже, затем перестали. Спешим при встрече, поздоровались и по своим. А раньше это было трудно даже представить. Но, кстати, это не про всех, есть верные прошлому. Хорошие друзья, хотя все давно по-другому. Не те приколы, но легко и доверие тоже. А большинство все же приятели или знакомые. Знаешь, мы просто потеряли этот маленький мир, в котором все нематериально, а люди были людьми. Не из-за них ли теперь нам не о чем больше молчать? Но отвечаю, и ты, если что, позвони. Просто потеряли и не стали искать. И если все идет как надо, откуда тогда тоска? Я не подскальзываюсь больше, проще стало идти. Время тикает, тикает, оно учит меня отпускать. Я понимаю, что Америку тут не открыл. Каждый из вас все это знает, у каждого было. Это скорее мой закоченевший нервный срыв. Я долго так его носил в себе и вот пробило. Скорее обида на холодный, безразличный мир. Он изменил меня и многих меняет и дальше. Салюты взрослым, кто хоть каплю остался детьми. В себе храните этот дар, желаю удачи. Знаешь, мы просто потеряли этот маленький мир, в котором все нематериально, а люди были людьми. Не из-за них ли теперь нам не о чем больше молчать? Но отвечаю, и ты, если что, позвони. Просто потеряли и не стали искать. И если все идет как надо, откуда тогда тоска? Я не подскальзываюсь больше, проще стало идти. Время тикает, тикает, оно учит меня отпускать. Просто потеряли этот маленький мир, в котором все нематериально, а люди были людьми. Не из-за них ли теперь нам не о чем больше молчать? Но отвечаю, и ты, если что, позвони. Просто потеряли и не стали искать. И если все идет как надо, откуда тогда тоска? Я не подскальзываюсь больше, проще стало идти. Время тикает, тикает, оно учит меня отпускать.